Всем доброго утра. Начинаем наш влог прямо с утра в 6:46. Тут мальчик спал со мной. Мальчик мой спал со мной. Я уже погладила вещи, нам сегодня на парад. Папуля! А, это бабушка с девушкой. Доброе утро. Мы сегодня едем. Антон Сергеевич, ты с нами или останешься? Носите обрезки. С Колей. Обрезки. Так, Афанасий, что мы будем делать? Ты так будешь трясти, у тебя всегда будет разливаться. Давай вытирай. Выкину. Снимать и кушать. Наконец-то семейный завтрак у нас. Макарошки у нас с аджикой, с остренькой. А у Афоньки и у Антохи со сметанкой, да? А у меня просто. Да. Мы выехали. Сейчас заедем за Степой еще. Антоха и Афонька останутся с Верой. Не поедут на парад, а тут нам коровка говорит до свидания. Хвостиком нам машет. Да, пока. Пока. Да. Что ты говоришь? Ой. Хочешь со мной? Ну, поехали, значит, со мной. Если ты хочешь. Ну, ладно. Поедешь? Да. Или останешься тут с тетей Верой? С Зоей. Мы приехали. Подержи, я помогу завязать. Сейчас идут каратисты. У нас сбор возле почты. Вот идем. Вот у Майки пыльто, как ты скоро не спросишь, а Вадика знать? Мы его забыли. Где наш тренер? Гриш, ты видишь нашего тренера, нет? А как тогда? Крики. Да, по-моему, все собираются возле пятерочки, а не возле почты. А вон почта. Да, увидел? Ага, вон он, скрылся. Это что, они в пекарне работают? Да, тесно месяц. Нет, это они, походу, уже плывут-то, да? Людям, говорят, продают, наверное. Я пошла, вот ты будь с ними, я буду там тебя ждать. Я буду ждать, где окончательная точка. Потом я... Я прям... Афанасий? Толя, вот так, а вы там дорогу... А, трошика нету, да? А трошика нету. Да, я смотрю, да. Нету. Еще музыкалка, Оля решила, может, что это, тяжеловато, да, будет? Вон папа. Да, Оле тяжеловато, да. А где наши дети? Они сейчас их... А, вот наши, да? Вы пошли пока сфоткаемся, Степаш, пока никого нет. Наш Динской район. Не маши. Вы же заняли это место, да? Нет, ты уже заняла место, да, в тенечке? Ну да, 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 правильно. Вера, ну правильно же на площади дальше нет. Да правильно, да я думаю, они и тут будут красиво идти, а там уже дальше. Сейчас мы их увидим здесь и пойдем. Да. Да, да, да. Я уже пофоткалась возле этого Динского района, села на газон, а там бляха-муха мокрая. Афон, не надо. Афоня. Сейчас упадешь. О, я же говорил. Афонь. Поднимай, пожалуйста, вот это все. Не, давай тут просто. Или возле Мишек еще сфоткаемся. Пошли возле Мишек еще сфотографируем. Афонь, иди сюда. Спасибо, Павел. Иди, сейчас будем фотографироваться, сынок. Мы ждем парад. Ждем парад. Ждем парад. А, это флешка.
Солнышко не так постает часто. Да, вот они с 9 до 10 как раз. Так еще и не факт же, что сразу будет идти, да? Но у нас еще не паленое солнце. Вот так опять да. Светят. Вот у нас еще и самолеты летают. Сейчас они, я не знаю, будут они тут. А вон администрация идет. Ага. В общем, уже, походу, скоро начало, а вот уже начало. Им бы так по солнышку начало постоять. Да, держи. Вот, держи. Все, уже бери, дай, дай. Это твое, бери. Афоня, Афонь, спасибо. Буду сейчас лететь. А вон там, вон они, глянь. А вот, а вот он. Вот сейчас они, наверное, сюда, да? Наверное. Мы ждем самолета. Это себе автобус дело бы. Минус 20 килограмм. Ребят, вы летаете, но мы вас не видим. Нет, нету. Ой, посмотри, что он делает. Да, ага. А что он делает? Ничего. Но он перевернулся, эту мертвую петлю. Смотри, что он делает. Ой-ой-ой-ой. Это реально красиво. А мы на камеру наснимаем. А вот администрация не снимает. Практически вся спортивная администрация, да? Жопу какие отрастили. Что-то неорганизованно, да? Некуда им прятаться. Афоня сейчас будет, уже поет. Эшелонно. Что? Бегать надо. Бегать надо? А почему? С ними. С ними? Да. Кому? Ну, нам. Нам? Да, нам. Да, тебе? Да. Вот учитель по барабану на середине. А, это же Артем Казань. Да, да. А, да? Это волонтеры. Следующий. А
Маши, и тебе люди машут. Видишь? Им сказали, они машут. Они как-то странно просто машут, да? Это казаки и самбисты. Богатырь, казачьи. Ну это ж мышастовский богатырь, да? Или тут весь районный? Весь район 100%, не одни. А они не одни наши богатыри, да? Не, еще титровские вообще большие. Да? Очень много титровских. Вот, глядь, сколько у них тоже медалистов, они, да? Они молодцы, да. А вот это же родители, да? Для кубок тянет такой маленький. Молодец. Это школа, спортивная школа, детская, юношеская, спортивная школа. Так, тут же должна получиться это. Карате показательное выступление, а мы его не смотрим. Тиша! У больших показателей. Да. Пролезь по сниманию. Это ж Кирилл наш там тут? Ну да, наверное, все, я так думаю, что сэмпай. Конь, подними, пожалуйста. А мне шарик этот все закрыл. Молодец. До Болгарии. Ну как ты не знала? А как же Инстаграм? Сила Инстаграм. Найди его, Савчук. У тебя есть? Да. Савчук Александр, он так и называется. Афончика, иди сюда. На праздничную площадь вступает детская юношеская спортивная школа номер 3. А у него даже интервью берут, да, у Савчука? Ну вон, видишь, да? Афонечка, иди сюда. Ну это же тоже же Дарья. Афонечка, иди сюда. А те, что у Кирилла, те и в красных кепках. Так их там много. Ну, я думаю, что Кореновка тоже же. Ура! Ну и где? А где наш? А вон Арман. А, Арман. Арман. А где Гриша? А вон Серега. А вот еще и мамы, видишь? Да. Так, я пошла искать свой. Фоня, иди сюда. Это Нептун, посмотри, какой красивый. Да, видишь, это Нептун. С бородой, как Дед Мороз, да. Это как будто море, видишь? Спасибо. Ура!
Олимпиада 80. Сейчас приземлиться. Главный тренер, да? Интересно, Марьяшка будет? Вообще, это Титаровка. Наконец-то мышастовка. Да, Димка первый.
Степа придет, а вот Степ, ты сейчас уже пойдем, да? Пока мама ушла. Мамы пока что нету. Мама, если чай, то мы снимали. Как раз он тут у нас играющий. Да. Ладно, пока, мама. Это тебя послали. Стоп, лайк. Мамы пока что нету. Мама, если чай, то мы снимали. Как раз он тут у нас играющий. Да. Ладно, пока, мама. Это тебя послали. Стоп, лайк. Мы тут в каком-то кафе «Березка», да? И нам дали, даже пиццу заказали, и нам дали устройство, которое зазвонит, когда пицца будет готова. Мы теперь нет, мы теперь ждем. Ну как компот? Вкусный, Гриш? Это компот? Это сок. Это сок. А, ну написано было компот. Все, все довольны, все с пиццей. Ты доволен? Григорий. Да? Уже она их надо, уже не забили, наверное. Здесь прямо не стояли. Мама, дай посмотри, Аленка отдыхает. Отдыхаем на параде. Да. Что? Пошли. Ну тут уже и Вадик. Вадик, привет. Привет. Вот он, детский узел связи. Я тут проходила практику, когда училась в колледже. А, это узел связи. То есть что там такое? И почта, и где у нас телефонная связь. Это типа такого? Угу. Мы двух пацанов напугали. Я сделала дверь практически. Сделала здесь москитную сетку. Сзади все залепила скотчем малярным. Будет такая вентиляция, потому что без вот этой вот летней двери вот эту все время железную гэпать нам вообще не хочется. Поэтому я тут сам себе дизайнер. Сейчас буду фотографировать комплиментики на свадьбу. Поливается, видишь? Иди сюда до морковочки поближе, чтобы нас не намочило, хорошо? Парковка для КамАЗика. Двух рыбок поймали? Двух лещиков. А на фоне не лезь, там одна улетела у нас. Мы хотели воду набрать, и я по случайности выпустила из руки. Это моя там. А Гришина упала, самая большая. Мама, да. Мне сложен. Если он ничего не поймает до конца рыбалки, это если волнует. Если ты себе рака поймаешь и положишь его туда, и мою рыбу он счикает, я тебе ничего не должен. Ты мне будешь должен.
Голубые розы. Не балуйся, ты разбаловался, Афонь. Я что хотела же сказать-то про муравьишек. У нас, походу, родились муравьишки. Посмотрите, вот этот не совсем черный. Еще вот бегает не совсем черный. Они такие серо-коричневые, какие-то светленькие. И вот яйца, которые, мне кажется, скоро с них вылупятся кто-то. То есть они уже не белые, они вот, видите, такие коричневые. И уже с них кто-то вылезет скоро. В общем, короче, у нас тут жизнь кипит. Человек, который никогда не ел помидоры, ужинает помидоры. Что-то кислое попалось? Ну, а так они вообще вкусные, да? Ты что, стал понимать овощи, сынок? Вот это можешь ты съесть? Да.